Люди, приходящие на прием главе Ленинского округа Станиславу Катрову, часто являются активистами, представляющими интересы большого количества граждан. Евгений Елизаров, Надежда Шибалкина и Александр Кислица пришли от имени жителей поселка Измайлова с вопросом о восстановлении местного сквера. И даже видео принесли с новостным сюжетом, который вышел на одном из центральных каналов. Один небольшой кусок земли, на котором стоит мемориал односельчанам, погибшим в Великую Отечественную, и памятный крест. Теперь бойцы в окружении. С одной стороны ларек, с другой забор. Жители не спросили, никакого такого тут общественного обсуждения не было. Его так вот загородили, все. Глава округа дал распоряжение заместителям, курирующие данные вопросы, освободить землю от заезжих дельцов и лично заверил граждан, что уже в следующем году излюбленное место отдыха жителей поселка вернут в первозданный вид. В генплане отразить, что это сквер, максимально жесткую зону наложить, чтобы ни у кого больше поползновений на это не было. Понимаете, да? Значит, на 25-й год от меня визу я сейчас вам здесь наложу. Еще одни посетители также представляют довольно внушительный коллектив, почти в 1000 человек. Жители села Булатниково, Ольга Шишмолкина, Лариса Хижняк и Сергей Волощук пришли на прием к Станиславу Катрову с жалобой. Несмотря на то, что у них построили сеть водоснабжения, подключиться к ней нельзя. Глава округа тут же связался с руководителем проекта и уточнил детали, после чего попросил жителей постоянно информировать его о том, как решать вопрос. Уже, в принципе, все, гидравлику выполнили, можно подключаться. Все, хорошо. Завтра тогда доедете туда. Ну, сейчас, в принципе, коллеги у меня здесь. Мы сейчас тоже объясним с Татьяной. Ладно, спасибо. Вот, Хасан Назирович подтвердил. Значит, все, говорит, гидравлические испытания провели. Давайте мы с вами договоримся следующим образом. Вы сейчас через портал подаете документы, а мы вас подключаем к водичке. Ладно? Александр и Любовь Забавновы пришли на прием к главе округа с личным вопросом. У них закончилась аренда места под гараж, который необходим для ребенка-инвалида. Сейчас продлить аренду нельзя, так как строение официально не зарегистрировано. Станислав Катров заверил пришедших, что после оформления ими всех необходимых бумаг администрация обязательно заключит новый договор аренды. Можете через суд взять его и узаконить. Дальше, соответственно, мы тогда, если вы узаконите на объект, мы, соответственно, земля следует за объектом, заключим с вами договор аренды. Ну, в течение лета мы до зимы управимся. Договорились. Руководство округа, глава муниципалитета Станислав Катров, его заместители и руководители профильных отделов проводят подобные приемы на постоянной основе. Записаться на них можно на сайте администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.